Всем добра и позитива! Игровой канал Dylan Game приветствует вас. Я предлагаю посмотреть новое видео по игре OMSI 2. Дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, сегодня мы с вами находимся на карте Никольский округ. Стоим вот на автостанции и, по-моему, город наш называется здесь, название есть Новоозерск. Написано на автостанции, по-моему, на самом здании буквы здесь отвалились. Что здесь осталось? В то просто осталось. В общем, никто за этим делом, видно, здесь не следит, но я думаю, местные жители знают, что здесь находится как раз-таки автостанция. Сегодня мы с вами поедем по городскому маршруту под номером 5 на таком вот стареньком автобусе. Большинство этих автобусов уже уехало в историю, где-то это вообще музейные экспонаты, но где-то еще в русских глубинках, в отдаленных регионах можно встретить вот эти вот замечательные автобусы. Перед нами Кубань Г1А101. Давайте, наверное, познакомимся с историей этого автобуса, потому что на эти автобусы возлагались свои задачи, с которыми эти автобусы должны были справляться. Автобус был создан по запросу Министерства культуры СФСР, чтобы каждый житель отдаленных регионов имели право на культурное развитие и образование. Изначально автобусы собирались на шасси грузовиков ГАЗ-51. И с 1963 года массово началось производство автобусов и автокниголавок. За почти 40-летний период было выпущено 112 тысяч экземпляров различных модификаций автобусов «Кубань». Напоминаю, что эти автобусы начали производиться, начиная с 1962 года и продержались на конвейере вплоть до 2001 года. Производились эти автобусы на Краснодарском механическом заводе нестандартного оборудования или, как проще говоря, акционерное общество «АвтоКубань». Перед нами образец 1985 года, это Кубань Г1А101. Данные автобусы собирались на узлах и агрегатах грузовиков ГАЗ-52. Моделька довольно-таки очень старенькая, я думаю, многие из вас уже успели давным-давно познакомиться вот с этим автобусом. Я на этих автобусах катался, поэтому мне есть что рассказать. Как видим, здесь открывается капот, и под капотом у нас спрятан полноценный 8-цилиндровый бензиновый двигатель, который развивает мощность в 115 лошадиных сил. По-моему, движок здесь не анимированный, но детализация довольно-таки очень неплохая. Но, в принципе, еще мы с вами двигатель запустим и посмотрим, конечно, послушаем же его звучание, как он работает, как он функционирует. Для входа и выхода пассажиров в автобусе используется одна дверь. Она открывается с помощью ручки. Не очень удобно забираться в этот автобус, потому что дорожный просвет довольно-таки очень высокий у этого автобуса. Но все-таки перед автобусом стояли такие задачи для того, чтобы ездить в отдаленные регионы. И практически бывали такие случаи, я думаю, в их судьбе, в их истории, что им приходилось форсировать и проходить вот непроходимые участки, потому что, думаю, на дорогах сельских им приходилось сталкиваться вот с многим. Сзади имеется у нас крышка багажника, которая также открывается. В принципе, багажное отделение не такое уж и большое, но, в принципе, если бы убрать последний ряд сиденьев, а, по-моему, были такие модификации, где не было последнего ряда сиденьев, здесь, возможно, можно было бы перевозить какие-то длинномерные грузы там в виде досок. Вполне это было бы возможно. Водитель на свое рабочее место, естественно, попадает через отдельную дверь. Ну, тоже забираться довольно-таки очень неудобно. Здесь, в принципе, тоже должна быть какая-то подножка, но ее нету. Если подножка отсутствует, я вообще не знаю, как сюда можно забраться, но как-то можно. На крыше автобуса у нас имеется для естественной вентиляции салона, естественно, два люка. Поэтому в жаркий период в автобусе будет довольно-таки комфортно. Что ж, я приглашаю всех на борт вот этого автобуса, посмотреть, что там в салоне. Салон, в принципе, довольно-таки очень простой. В этой модификации 23 посадочных места. Стандартная модификация, по-моему, имела 18 посадочных мест. Как видим, на потолке у нас нету никаких поручней, поэтому стоя в этих автобусах ехать нельзя. Честно хочу сказать, комплектация такая, ну, победнее, чем у автобуса ПАЗ-672. В принципе, они собирались на одинаковых шасси, на одинаковых узлах. ПАЗики там собирались на узлах 53-го газона, по-моему, там тоже изначально и на узлах 52-го газона. На окнах у нас имеются сдвижные форточки для естественной вентиляции салона. Как я уже сказал ранее, я катался на этих автобусах, и мне эти автобусы запомнились как служебные, потому что я помню, когда мы приезжали в деревню,
И если была такая возможность выйти за полчаса до рейсового автобуса, можно было как раз-таки попасть и сесть на вот этот служебный автобус и до районного центра добраться совершенно бесплатно. Но не всегда это удавалось, потому что этот автобус мог ехать раньше, мог ехать позже. Стандартного какого-то расписания у него не было. Но бывали такие случаи, когда вот совершенно бесплатно можно было доехать на таком автобусе. Вот этой отдельной водительской перегородки я не помню. Также в интернете я смотрел обзоры, не везде эта перегородка, она присутствует. Вот поэтому мне как-то это не запомнилось. Лично, что мне запомнилось, этот автобус возил рабочих. И как раз-таки на последнем ряду вот здесь размещались вот такие крутые мужики, которые, отработав смену, у них был вот такой лист ДСП. Они сюда вот ложили его и играли в карты. И, естественно, потом, кто проигрывал, автобус останавливался в какой-нибудь такой, ну, более крупной деревне, где есть сельский магазин. И проигравший человек бежал в сельский магазин и исполнял все желания, вот, которые заказали ему коллеги, которые победили его в игре карты. В принципе, очень веселая, классная атмосфера была. И если у меня там, допустим, ехать на рейсовом автобусе дорога занимала 40 минут, то на этом автобусе, в принципе, за 25 минут я добирался до районного центра. Вот такой салон, ребята. Естественно, можно также и включить свет, чтобы в салоне было бы еще бы уютней. Вот, в принципе, здесь, по-моему, места никакого нету. Да, здесь места нету. Вот, можно посмотреть со стороны на рабочее место водителя. Вот таким образом здесь все реализовано. Стандартная приборная панель, трехспицевый руль. Приборка читается просто, все приборы видно как на ладони. Ну, немножко здесь спидометр перекрывается. Но, в принципе, с учетом того, то, что вы будете ехать и крутить баранку, в принципе, считать скорость тоже можно будет. У водителя также имеется вот такая сдвижная форточка. Вот, в принципе, он двигатель. Давайте сейчас сразу запустим его. Двигатель запускается с полоборота. Да, как я сказал, здесь он не анимирован. Но в целом звучание довольно-таки очень и очень неплохое. Звучит движок у нас классно. Ручка коробки передач не очень круто, конечно, расположена. Получается, ручка передач, она куда-то уходит туда. И передачи не очень удобно переключать на этом автобусе. Автобус должен иметь четырехступенчатую механическую коробку передач. Но я насчитал здесь 5 передач в этой модельке. Но это, видимо, авторы уже не стали ничего переделывать и сделали как есть. В принципе, все равно очень и очень неплохо. Вот такие здесь есть переключатели. К сожалению, не все не работают. Обдувы здесь работают. Вот обдув лобового стекла не работает. А свет в салоне и на рабочем месте водителя, естественно, включить можно. Показания по приборам: зарядка есть, уровень топлива есть, температура двигателя, я думаю, еще движок наш прогреется. Давление масла, вот, к сожалению, датчик почему-то не работает. Возможно, по ходу движения стрелочка там будет что-то дергаться, показывать какие-нибудь показания. Так она пока стоит мертва на своем месте. Несмотря на то, что лобовое стекло имеет перегородку, обзор все равно просто очень и очень шикарный. Выглядит действительно все очень здорово. Площадь остекления просто потрясающая. Также и с другой стороны у нас имеется вот такая сдвижная форточка. Давайте выйдем наружу, посмотрим, как светит фары. Габариты отдельно включаем, ближний свет фар, дальний свет фар. Все на месте, все здесь функционирует. Оставим ближний свет фар включенным. Что ж, подгоняем время и выдвигаемся уже по маршруту с вами. Вообще снаружи двигатель вообще четко работает, настолько классные звуки. Время в пути сегодняшнее мы с вами проведем примерно около 16 минут. Не хватает вот этого вот хруста при включении передач. Передачи на этом автобусе включаются с выжимом сцепления. Вот придется вот так по старинке, потому что моделька довольно-таки, ну, старенькая. Надеюсь, я сегодня не заглох. Да, стрелка давления масла почему-то стоит мертво на отметке 0. Но, возможно, датчик поломался. Также здесь нет никаких индикаторов. Я включил вот поворотник, и на приборке не вижу, чтобы горел бы какой-то зеленый индикатор, который извещал бы нас о том, что
что мы включили сигнал поворота. Ну вот и первый пассажир нас встречает. Поскольку я сказал, что стоя в этом автобусе ехать нельзя, посмотрим, как вообще в салоне будут размещаться наши пассажиры. Посмотрим, как они будут вообще вскарабкиваться в этот автобус. Кстати, довольно-таки нормально они заходят. Даже я смотрю, не сгорбившись никто. Пассажиры занимают лишь только у нас, смотрю, посадочные места. Стоя никто не едет. Так что поэтому я думаю, что места в нашем автобусе сегодня будут просто-напросто ограничены. Вообще не помню, чтобы эти автобусы бегали по маршрутам каким-то, но благо сейчас есть YouTube, сейчас есть интернет, сейчас все можно везде посмотреть. И вот в России как раз-таки я заметил, водитель, он выкупил этот автобус в свои руки, он вместо двери поставил обычную ширмовую дверь, как у автобусов ПАЗ-672, и он стал ездить по дачным маршрутам и возить пассажиров. Таким образом, зарабатывая себе на жизнь. Вот, по крайней мере, вот такой автобус, который бегает по маршруту на территории России, он есть. Ну, приятно очень порадовало, там водитель его немного переделал. Этот автобус где-то поставил более-менее комфортные сиденья в салоне. В общем, такой уют сделал классный, настолько круто смотрится вот этот автобус. И в автобусе он сделал такую атмосферу, повесил много различных значков, вымпелов. И такое ощущение, что этот автобус вот застыл в каком-то своем времени, он застыл вот в прошлом. И кусочек вот этого прошлого, он везет в наш вот этот вот современный мир. Слушайте, ну автобус не заглох, я не сильно газу подкинул, смотрю, уже загорелась контрольная красная лампочка, думал, все, двигатель заглох, но нет, он тащит, он вытаскивает, он едет. Конечно, плюсы этого автобуса, они ремонтопригодны. Их починить в любых условиях гаражных можно, эти автобусы. Ну что, здесь, в принципе, дверь без пневмопривода, она открывается ручкой. Максимум, что может случиться с этой дверью, там петли провиснут, да все это делается. Никаких таких сложностей здесь нету. По крайней мере, как с современными автобусами. Если что-то случится, необходимо делать сразу какую-то диагностику. Необходимо там искать каких-то специалистов, спецов, чтобы они помогли бы разобраться. Здесь все просто и очень знакомо. Даже те, кто работал просто на грузовиках ГАЗ-53, уже будут знакомы. Вот эти узлы и агрегаты. Вы все будете прекрасно знать. Также сейчас зачастую заметил, что люди начинают выкупать вот эти старые автобусы, те же пазики 672, делать их для себя, под себя, делать из них просто дома. То есть берут, убирают весь салон, делают там удобные кровати, столики ставят, и вполне получается такой классный автобус, на котором можно путешествовать, летом поехать куда-то в теплые южные регионы, побыть на море. И, в принципе, это твой дом, здесь все родное. Также авторам огромное спасибо, которые вообще делают модели вот для игровых симуляторов. Это очень приятно, что они дают возможность просто прикоснуться к истории. Ты просто вот садишься за руль вот этого автобуса и вспоминаешь вот эти теплые времена, как было когда-то давным-давно. Слушайте, ну места есть. Ну, в принципе, эта карта такая, она более-менее сельская. Поэтому, я думаю, мы всех желающих сегодня заберем с остановок. Вот здесь я не помню, здесь, по-моему, нам возможно придется перестроиться в левый ряд. Напоминаю, что мы с вами едем по пятому маршруту. На этой карте действует всего лишь два маршрута. Да, в принципе, здесь левее перестраиваемся. Но тормоза такие, не скажу, что прям такие эффективные. Тормозить надо заранее. Вот
Здесь немножко в этой части карты чувствуется просадочка по FPS. Слушайте, а что это, памятник Лязу стоит, что ли? Сейчас посмотрим, обратим на это внимание. Улица Ленина. Едем мы с вами, по-моему, до Парка Победы. В принципе, скоро уже приближается этот замечательный праздник, День Победы. Да, слушайте, это памятник легендарному автобусу ЛиАЗ-677. Это, знаете, тот случай, когда памятник стоит при жизни, потому что, несмотря на то, что у нас на дворе 2021 год, автобус ЛиАЗ-677 еще продолжает нести службу в городе Арзамас. Также я недавно посмотрел видео в Ютубе, и я видел, что в украинском городе Александре также на городских маршрутах трудится автобус ЛиАЗ-677. У него там очень интересное прозвище — Лимончик. И, кстати, в очень ухоженном состоянии. Непонятное поведение. Тут легковые автомобили перестраиваются, еще и тормозят. Лучше на автобусе держать крейсерскую скорость в 60 км в час. Но я лично из детства помню, когда мне удавалось сесть чуть-чуть поближе к водителю. Показания со спидометров вот считываются на ура, даже с такого расстояния, если вы будете сидеть на первом сиденье. Примерно около 70 км в час спокойно этот автобус мог ехать, никаких проблем. В принципе, завод просуществовал это до 2001 года. Потом, естественно, завод стал банкротом. Последняя модификация была предпринята в 1989 году. Это уже была Кубань Г1А102. Она собиралась на шасси ГАЗ-53. Но все-таки это не помогло держаться на плаву. У нас в Латвии тоже бегали эти автобусы. Они были в большинстве случаев служебными. Ну, не очень их много было у нас. У меня даже на даче кузов от этого автобуса стоит. Стоит кузов там, ну, конечно, там уже внутри ничего не осталось. Там, в принципе, уже когда все это у нас система колхозов в Латвии рушилась, естественно, это все было выбрано, просто отдали кузов. И он теперь служит у меня такой... летний домик, как сарайчик. Так что вот что меня связывает с этим вот автобусом. Успеем проскочить. Ух ты, как здесь узко. Слушайте, я даже бордюров не чувствую, как я заезжаю. Настолько высокий вот этот дорожный просвет. Ну, смотрите, уже танки появились, все здесь техника такая появляется. Скорее всего, что это как раз-таки Парк Победы. Водитель, откройте двери. Да, ребят, приближаемся мы с вами к конечной остановке. Вот к такому символическому месту. Давайте, наверное, пассажиров здесь и выпущу. Ну, слушайте, всех желающих сегодня забрали мы. Автобус не был под завязку наш набит. Огромное, ребята, вам всем спасибо за просмотр. Не забывайте проявлять свою активность. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также у меня еще есть, я открыл второй канал. Там я делаю обзоры без летсплея. Просто делаю обзоры на модели, просто катаюсь по картам. Выборочно все это делаю. Вы тоже можете подписаться на этот канал. Ссылочки я оставлю в описании. Огромное вам всем спасибо. Ребят, до скорых встреч.